Добро пожаловать на канал Мусалим. Сегодня у нас в работе автомобиль Паджеро. Будем на данном автомобиле делать полную шумоизоляцию, проклеивать пол, потолок, багажник, капот, двери. Проклеивать будем программу премиум, максимальный. Будем использовать максимально эффективные материалы от завода-производителя ComfortMat. Дверь у нас будет проклеена в 4 слоя, все остальное в 2 слоя. Мы видим разобранный салон уже. Поверхность металла, куда будет клеить материал, будет обезжириваться, чтобы все у нас хорошо прилипло. Будем клеить виброизоляцию на горячую, уже прогретую в печке, прокатываться валиком. Приступаем к работе. Проклеили первый слой в салоне, двери, пол, потолок, капот, у нас арки, крылья. Все проклеено первым слоем виброизоляцией, все прокатано валиком. Смотрим, как у нас первый слой проклеен в дверях во внутренней части. Дальше у нас туда же во внутреннюю часть, прямо на виброизоляцию, мы клеим. В данном случае это у нас шумопоглотитель Integra мембранный. Третьим слоем на дверную карту у нас клеится снова виброизоляция. Затем на нее еще будет дополнительно проклеен четвертый слой шумопоглощающий. Проклеили второй слой шумопоглощающим материалом. Здесь у нас проклеено багажник арки Vision. Крылья проклеили войлоком. Четвертый слой двери у нас проклеен волна. На потолок у нас второй слой проклеен материал Felton. Под торпеду мы материал проклеиваем, насколько у нас руки пролезают. То есть достаточно далеко можно материал загнать, чтобы меньше было шума от двигателя. Дальше у нас остается только сборка салона. Закончили сборку, поставили все на свои штатные места. Потолок, сиденья, ковры. Все аккуратно собрали и в конце свою работу проверили, чтобы все работало, чтобы ни в электрике, ни где-либо еще никаких сбоев не было, чтобы зазоров после шумоизоляции не осталось. Таким образом, доработали шумоизоляцию в данном автомобиле. Станет в нем гораздо комфортнее ездить. Всем спасибо за просмотр данного видео. Оставляйте комментарии. Всем пока.